Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Новости в мире, а для вас уже готов очередной выпуск интересных новостей. Жена-изменщица и скандальная переписка с 14-летней. Скелеты в шкафу у Владимира Епифанцева. Сегодня речь пойдет о звезде российского кинематографа, герое сериалов «Побег», «Фартовый», «Все началось в Харбине», Владимире Епифанцеве. Родился Владимир в Москве. Его отец был актером, а мать играла в театре. Пожалуй, сын получил гены талантливых родителей. Неудивительно, что в будущем Владимир захотел на сцену. Он рос в творческой атмосфере, где каждый интересовался актерской игрой. На сцену Владимир вышел в 5 лет. В школе он был хулиганом и двоечником. Однако затем ему удалось добиться невероятного успеха в киноискусстве. С детства его жизнь была наполнена трагедиями. Отца насмерть сбил электропоезд, у брата Михаила родился сын с ДЦП, из-за чего его бросила жена. Брат начал пить и впоследствии умер от остановки сердца. После окончания училища он хотел повышать свой уровень актерского мастерства. Владимир был очень талантливым. Он зарекомендовал себя как актер, режиссер, ведущий, клипмейкер, танцор. Дебютировал он в фильме «Зеленый слоник», затем снялся в артхаусе «5 бутылок водки» и в ряде боевиков «Восторг», «Мама, не горюй 2», «Побег» и другие. Число фильмов, в которых снялся актер, очень большое. В 2016 году ему удалось сыграть роль в фильме «Викинг». Первая жена Владимира – Юлия Стебунова. Она играла Джульетту, но удачных отношений у пары не сложилось. Затем он женился на Анастасии Веденской, с которой он был около 11 лет. Поженились они, когда Анастасия была студенткой второго курса, а Владимир старше нее на 13 лет. В 2005 году у пары родился сын Гордей, затем в 2008 – Орфей. Неожиданным было то, что в 2016 году пара рассказала о своих скелетах в шкафу. Они уже не жили вместе в течение года. Вскоре Анастасия закрутила роман с танцором Дмитрием Такшиным. Ее не останавливало то, что она еще была в законном браке с Епифанцевым. Весной 2017-го Епифанцев оказался в центре скандала из-за маленькой девочки с Пакистана. Оказалось, что 14-летняя Патимат сбежала от родителей, ее нашли в мастерской актера. Как позже стало понятно, актер переписывался с девочкой через социальные сети. Когда Патимат оказалась сама в Москве, то отправилась к актеру. Владимир был шокирован поступком маленькой девочки. Актер уверен, что девочка приехала, чтобы получить роль в фильме. А их разговоры в сети объясняют тем, что он относился к ней как к дочери, воспитывал ее и контролировал истерики, то есть у них была энергетическая связь. Но интересно то, как известный актер мог переписываться с 14-летней девчонкой. Это как минимум странно. Возможно, жена Анастасия именно из-за этого и ушла. Конечно, он объясняет это тем, что в паспорт к девочке не заглядывал, а на фото она выглядела намного старше. Также, что сначала она сказала, что ей 18 лет и ее зовут Инна, однако затем, что 16, а после 14. В конце концов, Епифанцеву удалось оправдаться, но что было на самом деле, никто точно не знает. Сейчас он дальше снимается во многих фильмах и сериалах. Например, в 2017 году он сыграл несколько ролей, в частности в сериале «Чернобыль-2», «Зона отчуждения» и «Детки на прокат». Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал.